Ровесь, смирно, слушай приказ на марш. Противник в поясовом районе обнаружен. Раннее утро. В ракетный дивизион поступил приказ выйти с мест дислоцирования на полевые позиции. Задача в кратчайшие сроки свернуть маскировку, подготовить ракетные комплексы и боевую технику к маршу. Приступи к сёртого неагрегата. 412-й, подготовить шасси к маршу, открыть шины вентиля, запустить ходовой двигатель. К бою! На выполнение всего несколько минут. Действия ракетчиков отработаны. Каждый из них прошел специальную подготовку, имеет допуск к несению боевого дежурства. Выход на полевые позиции – это не только марш, передвижение техники, но и исполнение сопутствующих вводных. Подразделения охраны и обороны отработали действия при нападении диверсионно-разведывательных групп, организовали охрану и маскировку дивизионов, развертывание комплексов охраны. Как только ярсы прибывают на позиции, поступает новый приказ. Прибыли на полевую позицию. Внимание, группа! Развернуть агрегат с соблюдением требований безопасности к бою! Норматив выполнения такой же, как и при свертывании. Считанные минуты на маскировку ракетных комплексов. Сверху ярс будет выглядеть как холм. Сети скрывают сигаровидную форму комплекса.